Депутаты городского округа Люберцы провели очередное заседание совета. На этот раз на повестке дня стояли вопросы исполнения бюджета городских поселений и округа. Все подробности далее. Капитальный ремонт в Токаревской школе, развитие театра кукол в Томилине, закупка оборудования для инженерной школы, ремонт дорог. На эти и другие нужды из бюджета Московской области увеличили субсидии округу. Также на заседании Совета депутатов обсудили бюджет на 18-й и плановый период 19-го и 20-х годов. В результате внесенных изменений мы увеличиваем текущий дефицит нашего бюджета на 239 миллионов рублей, и он становится равным 1,51 млрд. Хочу сказать, что мы не привлекаем кредитов коммерческих и обеспечиваем исполнение за счет текущих средств бюджета в данных параметрах. В целом доходы бюджета городского округа уменьшатся на 22 миллиона рублей. Связано это с тем, что корректируются субсидии, которые предоставляются из бюджета Московской области на различные цели. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.